Первым в списке Александра Хорошавина значился музей истории курорта. Специально для высокого гостя там провели экскурсию. Сейчас в Сахалинской области активными темпами строят большой музейный комплекс. Он будет посвящен российской военной славе. Как рассказал губернатор Сахалинской области, он лично заинтересован в развитии культуры в своем регионе. Один из моих коллег, мой помощник, он занимался здесь в Сочи музейным делом и достаточно профессионально, и вот порекомендовал посмотреть ваш музей, что мы с удовольствием и делаем. Но вот то, что мы посмотрели, оставляет очень хорошее впечатление. Действительно, есть уникальные такие вещи. Все оформлено с любовью, все оформлено со вкусом. Однако, по словам Александра Хорошавина, он хотел бы составить достаточно полную картину о музейном устройстве. Для этого губернатор запланировал поездку в Москву. Авторы лучших, по его мнению, экспозиций будут приглашены на работу в Сахалинскую область.